Всем доброго времени суток, ребят. Давайте посмотрим бой на тесту ЛТ на мастера. Бой начинается. Будем работать зелень. Ребят, прошу, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк и, пожалуйста, напишите комментарий к видео. Очень нужна ваша поддержка. Ну вот она, мантикура. Цель захвачена. Цель потеряна. Подсвечиваем. Опять. И не надо было мне стрелять в нее. Цель понял. Пробитие. Стрельнул. На 700 отхватил. Цель потеряна. Отсветился, сразу отхожу. И захожу опять на зелень. Т-34 тоже получаю за свет. Сейчас будем продвигаться на позицию дальше, чтобы подсветить зелень. И вот мантикора. Цель захвачена. Все. А теперь дальше. Вот они, красавчики. Давайте. Потом это. Наберете, короче, ага. Цель понял. Поставить цель. Ждем. Все, поехали. Все, и мне бы здесь бы... Ага, здесь Юдис. И вот она сейчас будет, сушечка. 152-я. Ее, конечно, тоже можно отхватить прям от души. Но хорошо, что в этом патче понерфили фугасы. Вот, давай. Есть пробитие. И вот отходим, короче. Даем этому стандарту и врезаемся в эту ПТ. Из-за этого получаем. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Цель потеряна. Но, отсветившись, заходим опять. Стандарты добирают. И вот они, эти две. Опа. Цель захвачена. Здравствуйте. Что, ребят, стоите, да? Есть отставить цель. Вот он, второй, который дал мне на 700. Как-то ребята туго работают. Если бы они работали получше бы, то и было бы получше. Долго они их отрабатывают. Хотя посмотрите, сколько стоит сзади меня, позади. Ну вот, видите, все, отлетел.
дальше поджимаемся. Сейчас будем видеть арту. Цель понял. ТМ. Есть пробитие. ПТ-шечка там. Есть отставить цель. Цель захвачена. Пробитие. Ну, даем ТМ-ки и опять уходим. Есть отставить цель. Цель захвачена. Пробитие. И опять уходим. Как раз она получает оглушение и не попадает ко мне. Цель потеряна. Ребят, всем спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк и написать комментарий.